И всем привет, дорогие друзья! 100 лет меня не было на канале. В общем, тут подвернулся такой случай. Big Baby Tape наконец-то выпустил трек. Ё-моё! Ай, ну как вы поняли по названию, сегодня мы будем разбирать трек Baby. Конечно, такого монтажа не будет, как у про вообще ютуберов. Мне потому что насрать. В общем, ставим темп 95, ну, либо же... Сколько там? 190. Вот. Просто 190, оно будет удобней. Я поставил 95, и я ебался немного с разными пробежечками по типу вот таких вот на снейрах, по типу на хетах, типа вот эти вот, типа... Вот мне приходилось включать одну, вторую, вот это все дела. Если 190 поставишь, то у тебя просто вот так вот это, и все. Получается, что у нас есть? Они снова спиздили. Они спиздили то, что было спиздено. Сначала Олег ЛСП выпустил трек Baby, потом выпустил Face, ну или я не знаю, как там. Вот, и они на трек Face, Baby, да, это был трек Face, не ЛСП, это был трек Face. Потому что там можно услышать вот эту вот часть, хотя в треке ЛСП она обрезана, типа вот эта вот штучка. Вот. Ну, что мы делаем? Скачиваем, конечно же, трек Face, Baby. Заходим на сайт, удаляем голос, удаляем музыку. В общем, скачиваем это все отдельными файлами, чтобы было удобней. И изначала берем вот этот вот кусочек, прямо вот с самого начала. И вот эти вот кусочки, они прям с самого конца, прям самые последние. То есть у нас получается вот так вот. А, кстати, забыл сказать, их немножко растянуть нужно, то есть вот темп ставим, чтобы у нас вот эти вот хэты, которые вначале играют, они были, ну, ровно по сетке. Ставим стретч и пич на 6 полтонов вверх. И получается вот так. Вот это уже часть из конца. Ну, конечно, ничего не говорю, слышно, типа, частички голоса, но это в любом случае будет. Ну и вот тоже из самого конца, вот, где вот этот момент был, в самом конце, вот это вот тоже вырезаем голос. Вот это вот тоже, типа, ну это я так для полноты. Вот, а ну что у нас, битос простой, кик вот такой вот. Ой, ну это мой кик, его нигде не найдешь. Я тут это удалил немножечко вот это вот низа, это, потому что это что, ебаный сперматозоид. Вот, вот так вот поставил, чтобы хвоста сильно не было. Вот, что я его как сводил, вот так вот повысил. Ну, естественно, саундгудайзер. Саундгудизер, называйте как хотите. Но на этот кик я всегда его кидаю, чтобы он плотнее звучал, потому что без него и с ним. Ну, ясно дело. Вот, на эквалайзере, да, я первый раз в жизни вообще нахуй использовал этот эквалайзер. Но я просто низы подрезал и чуть-чуть вот этих вот лоу-мидов добавил. То есть без него, потому что он слишком жирный, слишком плотный, слишком мешает басу. И с ним. Ну, сразу слышно. Не, сейчас слышно, как будто он типа говно, но в миксе он нормальный. О, бля, точно забыл показать второй паттерн кика. И все. Вот такой вот у нас басец. Басец, писец, пиздец. Ёб твою мать. Да все пропало. И все, в принципе. Cut itself, естественно. Это говно, envelope нам не нужен. Тут я ничего с ним не делал вообще. Прибавил только чуть-чуть на микшере. Кинул сайдчейн мой собственный. Еще раз, кто не понял, кто не смотрел предыдущие видосы, во вкладке Limit ставим Sail на максимум, Compression ставим Sidechain на Kick, но чтобы Sidechain был,
на канале с киком, наводимся на канал с басом, и внизу правой кнопкой у нас появится сайдчейн тут хистрек, и все. Вот, крутим эти вот трешольты колена вот так вот, и все, заебись будет. Ой. Получается, хэт у нас, ну, один паттерн. Я не знаю, почему здесь ваншоты все один в один, кроме кика. Кик я никогда не могу подобрать, потому что у него какой-то свой секретный, блядь. Они его сделали. Ну, я тоже свой секретный сделал. Как его сделал, хуй его пойми. Поэтому, как бы, да. Чуть-чуть прибавлю на микшере, и все. А снейр тут один. Если казалось, что тут их два, потому что там верхние ноты играют, это оказывается один. Причем, что интересно, вот эти верхние ноты я один в один подобрал. Я прям слушаю, и вот да, реально один в один. Не знаю, может, у меня такой слух, может, никто это не услышит, хуй его знает. Прибавил чуть-чуть и эквалайзером чуть-чуть верхов добавил, потому что в оригинале там верха были. Клэпов у нас два паттерна, ой, три паттерна. Вот это вот в разгончике, тут еще, кстати, рим есть. Вот, но я такой же, как в оригинале, не подобрал, но типа, да. И вот третий. А, кстати, у них панорама немножечко вот такая вот, типа, ушам разведено. Здесь влево. Ну, это не особо заметно, кстати. Можно чуть-чуть вот так вот поиграться, чтобы интереснее звучало. Дальше похуй. Абсолютно, это русский рэп. И все. Да, патронов клака больше нету. Open hate. Больше смысла не вижу его показывать. Так, на клэпка я, кстати, просто чуть-чуть прибавил. Open hate чуть-чуть убавил. Такое заебатое сведение, но звучит нормально. Scratch я прям один в один не нашел. У меня он где-то был, но я его что-то ебал искать. Взял вот такой вот похуй. Это, по-моему, из Полубойшаути God Vol 3. Да, кто не знал, есть третий. Я сам в шоке, сам только недавно узнал. Вот, еще один open head. Он играет в партии тейпа. На нем у меня, ну, он прям пиздец убавленный, просто я не хотел его вот в самой вот этой вот залупе убавлять. Потому что, ну, все-таки профессиональные свиденчеры, да? Блядь, что я сморозил? Короче, дилей, я всегда второй дилей беру. Вот так, сюда хуйню, сюда вот убавил, сюда убавил и заебись. Не, можно, кстати, пинг-понг такой по ушам ебашить, но вот это на любителей таких солевых этих штучек. Реверб чуть-чуть добавил, сайз тоже чуть-чуть добавил, десей и все. Десей и сайз я меняю и все, больше как бы нехуй делать. И все, дальше что у нас по обработкам на мелодия. Чуть-чуть реверба, прям чуть-чуть, это, по-моему, драмру. Блять, чуть. Это, да, это драмрум, я ему чуть-чуть сайза подкрутил. И чуть-чуть десея, и получился у нас пресет Small Studio. Да. И на вокале у меня реверб ебанутый. Контрдол. Блять, нихуя не контрдол. Короче, хуй его знат. Ставьте вот такие вот настроечки. Ты заебал. Дисей чуть-чуть убрать, сайза тоже чуть-чуть убрать, и все, в принципе. На 9-м канале я хуй его знает, что у меня. Там тоже реверб. А что у меня на 9-м канале-то? Что у меня на 9-м канале? На 9-м канале у меня... Понял, это выстрел в конце трека. А, значит, там контрдол. Там контрдол пресет. Хули, я тут что-то двигаю. Контрдол ставим. И все. Все, можно слушать, как бы тут как бы нехуй делать вообще. Сейчас микрофон убавляем.
нашу Монклер, даже летом. Нет, мы не просто пара, baby, ты мой лучший друг. Если он тебя тронет, baby, я его люблю. Я смотрю на тебя. Кстати, забыл сказать, вот здесь вот тот же самый сэмпл из конца, только на 6 тонов вниз. Ну как, на октаву, по отношению к этому. Я тебя люблю, эй, 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 я тебя люблю, эй.